Здравствуйте. Если вы слышите это обращение, скорее всего, вы находитесь в посадочном секторе 10 космокомпании «Атмопанк». С вами капитан Дима Пархелия. Ни одни земные сутки минули с момента нашего последнего полета, и мы рады, что вы вновь воспользовались нашими услугами. Лучи рассветного солнца освещают замерзший космодром под звуки совместной работы с Ruwaida Envy и целого мира мало. Будущего релиза лейбла Influence Media. Все самое интересное впереди. Пожалуйста, ожидайте подачи трапа. Посадка начинается. Пожалуйста, проследуйте в модуль посадки, который доставит вас на космолет. Пилот модуля посадки – Женя Нелвер со своим доплейтом Full Sky. Мы на борту лайнера. Во время полета вам будут предложены различные инопланетные звуковые дорожки, а также легкая лирика глубокого космоса. Сейчас вы можете насладиться нашим секретным астрококтейлем от дуэта Плутона и Скайера. Более никакая информация об этой дорожке не разглашается.
сейчас раннее утро, и чернота ночи еще не до конца покинула небосвод. Мы готовимся ко взлету, и наш компактный корабль смотрит в бездонные глаза небес в треке «Eyes of Heaven» Саши Сапфайра. Трек – будущий релиз лейбла «Celsius Recordings». Уважаемые пассажиры, убедитесь, что ваши ремни пристегнуты. Мы взлетаем. Мы достигли высоты в 100 километров, и внизу остались аэробусы и тихоходные околоземные крейсеры, огромные, как летающие замки. Мы входим в термосферу, и на этой высоте вы можете наблюдать уникальное для нашей планеты явление Аврора Бореалис, также известное как полярное сияние.
описывает это чудо нам Ufologist с треком Polar Effect, вышедшим на лейбле Cosmos Music в сборнике Cosmopolitic LP в середине прошлого года. Мы крайне рекомендуем к прослушиванию данную компиляцию всем почитателям дальних космических перелетов. Итак, «Северное сияние». Перед первым прыжком. Пока мы находимся на светлой стороне, нас согревает солнечная музыка дуэта Марса и Гала с треком Paper Plane. Трек совсем недавно вышел на Soul Deep, с чем мы не можем не поздравить наших профессионалов. MC Федера с треком Guardian Angel. Мощнейшим зарядом топлива, синтезированным компанией Subtitles Recordings в составе компиляции Sign Language.
метрам мы набираем скорость. Текущая степень готовности к прыжку 50%. Вокруг нашего корабля уже образовалось электромагнитное поле трека Anyway Run от московского проекта Disturbia в ремиксе ведущего специалиста по межпланетным перелетам Андрея Electro Soul System. Этот трек также вышел в составе компиляции «Космополитик». Половину Земли и оказались на затемненной стороне. Только едва видимая кромка земной поверхности вдалеке освещается солнцем. Управляет нашим кораблем в этом мраке свежий дабплейт «Вертикальный горизонт» от Берхея.
Итак, двигатели заряжены на 100%, и мы готовы к прыжку. Набираем скорость со свежим эксклюзивным дабплейтом Carbon Snow от английского маэстро Tidal. Наша скорость настолько высока, что скопления звезд постепенно сливаются в непрерывные сияющие линии, стремительно летящие за иллюминаторами. Внезапно кажется, что время остановилось, и вся Вселенная замерла. Но это не так, просто теперь мы мчимся на сверхсветовой.
постепенно сбрасываем скорость. Прыжок окончен. Это была работа московского проекта Made in Russia под названием Comet Star, вышедшая на английском лейбле Omni Music в декабре минувшего года. Теперь нас ждет немного плавания среди туманностей и наслаждения невообразимыми видами глубокого космоса вместе с треком Sky in Eyes «Небо в глазах» от питерского музыканта Дани Фэтлд. Врата на нашем пути. Врата относятся к звездной системе Бухта, выстроенные еще одним крутейшим питерцем О. Трек под названием The Bay Бухта выложен Сашей во фри доступ. Наш второй прыжок вместе с треком Electro Soul System Passion of Space. Разделите нашу страсть к космосу, покачиваясь на волнах этой глубоко лиричной композиции, пока мы мчимся в неизвестность на сверхсветовой скорости.
нашем межпланетарном круизе настала пора для небольшой ретроспективы. И, любуясь на совершенство окружающей нас Вселенной, давайте послушаем трек «Observation» от немецкого проекта PBK, вышедший в далеком уже 2010 году. Господа пассажиры, пожалуйста, минуточку внимания. Дальние перелеты могут вызывать кратковременные психосоматические изменения. В случае, если в процессе прыжка вы почувствовали изменения восприятия реальности или неприятные ощущения в подсознании, пожалуйста, воспользуйтесь следующей инструкцией.
извините за небольшие технические неполадки. Итак, это был трек «What's Your Fantasy» от Seba. Пожалуйста, чтобы прийти в чувство, воспользуйтесь следующим синтетическим средством от Future Engineers. Трек «Synthesis». В Индийском океане континента. Здесь нас ждут вторые магистральные врата, принадлежащие американцу Тезис и его треку «Lemuria Rising», будущему релизу лейбла Soul Deep. Состоится первый сеанс связи с разумными формами внеземной жизни. Они намерены сделать специальное заявление для всех существ планеты Земля.
тоже, похоже, в этой области Вселенной слишком опасно в нашем текущем положении. Земля предлагает нам отказаться от маршрута и вернуться домой. Мы не можем ослушаться земного командования. Было принято решение лететь обратно одним прыжком через нижний космос. Это достаточно опасно. Однако у нас нет выбора. Время, пространство и энергия – вот что для нас сейчас важно. Экстренно заряжаем двигатели с эксклюзивным свежайшим треком от PBK Time Space Energy. Систему забвения вместе с треком Urban Trip Oblivion, дабплейтом лейбла Monochrome. Мчимся сквозь нижний космос на сверхсветовой во мраке и пустоте. И впереди нас ждет напряженное испытание. Трек «Эфит» от маэстро авангардного драм-н-бейса «Диссидента». Диссидента.
массиву огненных комет. Но массив комет настолько же пугающ, насколько и красив. Полюбуйтесь этой смертельной, ужасающей красотой вместе с Фредериком Робинсоном и его треком «Particles», вышедшим в составе его дебютного альбома на лейбле «Blue Marten». По моему скромному мнению, это лучший драм-н-бейс альбом 2013 года. Мы приближаемся к Солнечной системе и входим на эллиптическую орбиту вокруг нашего Солнца. Несколько витков, и мы пойдем на снижение. Сближением руководит мастер своего дела, англичанин Future Engineers со своим треком «Ellipse».
вокруг, мы видим неизвестный объект огромных размеров. Это не планетоид. Это не гигантский метеорит. Похоже, инопланетяне, писавшие к нам свое обращение, решили доставить его сами. Изменить траекторию и избежать знакомства с владельцами этого корабля нам поможет уже знакомый нам музыкант Made in Russia с треком Ghost Spaceship. Мы в 2 минутах полета от Земли, и скоро нам предстоит завершающее подключение к орбитальной станции, где мы будем ожидать дальнейших указаний от земного центра координации межпланетных перелетов. Руководит стыковкой польский музыкант Silence Groove с треком Switched In, вышедшим на лейбле Off World Recordings.
пассажиры. Стыковка с орбитальной станцией начинается. Пожалуйста, оставайтесь на своих местах до завершения стыковки. На борту орбитальной станции вас ожидает эксклюзивный гостевой микс от владельца станции Nothing. Пожалуйста, ожидайте дальнейших указаний. Мы благодарим вас за выбор нашей космокомпании. Не переключайтесь. Здравствуйте, я Фёдор Накин. Представляю вам мой гостевой микс, записанный специально для подкаста «Атмопанк», состоящий из моих новых и не очень треков. Приятного прослушивания.
Wow.